Здравствуйте, господа и дамы, с вами Северна. Мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Final Fantasy 4 для PSP на английском языке. Я абсолютно упорота, черт возьми, потому что, во-первых, я не помню, куда идти. Абсолютно, но я думаю, что все-таки именно в этот мегазамок, потому что больше некуда. А, во-вторых, я действительно абсолютно упорота, потому что, наверное, эта серия... Вот представьте себе этот миг замечательный. 6 серий вот последних, да? Они для меня были фактически вот только что, вот прям сейчас. А, вот этот же самый день. А, после чего я ушла на несколько там часов, ну, часа на два, наверное, в прокачку. Может, даже побольше. Потом я бегала еще, собирала опять, пыталась собрать для Палома вот этот вот песок. В итоге я ничего не собрала, на самом деле. Я просто бегала по вот горе испытаний и собирала то, что я забыла там собрать. А, там всякие что. Вот это вот, например. Еще, вот еще гипнокорону нашла. Это, кстати, почему у нас ни на кого не надето. Как так вышло? Короче... А, понятно. Короче, все очень грустно, на самом деле. Я абсолютно упорта. Я вообще ничего не соображаю. Вот вообще ничего. Так что, если я буду слишком криво переводить, если я буду слишком упарываться, не судите строго. Я просто хочу уже добить эту игру, потому что я уже хочу, чтобы она... Ну, не то, что закончилась, я просто хочу ее закончить уже. Ну, блин, ну, это понятное ощущение, я думаю, да? По-моему, она все-таки изюда. Вот, точно. Ой, не хочуха. А, финишная прямая. Я абсолютно упорота. Ох, кристальчики. А. Могущественное оружие, что однажды... Ну, я так понимаю, было... Ну, что-то там, короче, было создано, может быть, лунарианцами. А. Запечатано в ядре вместе с Земусом. Короче, все. Я все, ребят. Если что, давайте сами. Я все. У меня только пальцы реагируют, только они могут что-то сделать. А вот я лично, я все. Так что готовьтесь. Не знаю, сможем ли мы. Короче, мы должны сопроводить тебя в ядро. Точнее, почему мы что-то должны сопроводить? Короче, мы должны двигаться в ядро. И кристаллы, я так понимаю, нам в этом помогут. Может быть, это они, кстати, и сказали. Где мы? Ну, давай, чё. Так, ну, мы в финальном данжене. Больше их не будет. Несмотря на то, что как бы... дополнительных квестов больше нет. Они открываются после прохождения... Они открываются после прохождения игры, то есть дополнительные. Можно уже там походить. Так сказать. И получить, что надо. Я хочу туда, опустите. О! Замечательно. Кстати говоря... Все это замечательно, конечно. Можно было бы Розе дать, на самом деле, артемисовские вот эти вот стрелы, потому что они самые лучшие. Но, как бы, я не знаю, стоит ли сейчас, кстати, их мало. У нас их 20 штук всего. Я не представляю, пригодятся ли они нам. Так, как уйти отсюда? Господа, можно я выйду? Пожалуйста. Я не помню этого дерьма. Я вообще ничего не помню. Что тут обитает? Нет, Роза у нас будет только защищаться. Я не хочу тратить артемисовские эти стрелы. Ну ты упадешь, может быть? Спасибо. 8000 юп, это замечательно. Ну что такое опять? Бои тут, конечно, лучше не пропускать, пока дают. То есть это такая финальная возня. Так, чисто ради...
формы. Вот посмотрите, сколько артемисовские стрелы наносят. Я надеюсь, они сейчас нормально нанесут, потому что они обычно снимали по 2000. Нет, сейчас... Ну, видимо, она потому что за вот этим стоит. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Я не думаю, что мы на финальном боссе будем сильно, как сказать, стрелами там мотать его. Ладно, мы скорее убьем его быстрее, да-да-да. Ну ладно. Так, я хочу... Блин, здесь все критиков, конечно, за хренище. Да ладно. Так, ну ладно. Ну, блин, а вот самый ответственный момент. Чтоб тебе нафиг. Так, давай, Роза, покажи мастер-класс. Ладно, что-то у меня не получается как-то показать его. А, налево, направо, налево, направо, направо. Слушай, мы тебя шатали уже. Отвали. Здесь что-то обязано будет. Просто обязано. Нет? Так, значит, налево. Что слева? Да. Вот здесь что-то точно должно быть. Вот просто обязано. Вот. Ну как нет? Ну такое хорошее место для этого. Да не может быть, чтобы вот так вот. Ой, опять вы. Я так устала, кто бы знал. Я так устала. Я не представляю, как я буду шатать за Ромуса. Будем надеяться, что нам как-то нашей прокачки хватит. Что-то как-то артемисовские стрелы не в кондишн, да, на этих врагов. Я помню, просто Роза как-то стрельнула так очень удачно. И там урона было на 2000. Я прифигела. О, 4! Вот, я же говорю. Вот, значит, давайте все-таки приберем пока что. Их 16 осталось. Поставим какие-нибудь огненные. Или святые, кстати. Святые попробуем. Ну, вот эти холли. Здесь это точно? Ох, сейчас... Гребешь. Ладно, ничего тут нету, печалька. Так, здесь есть наверх, здесь есть бок. Пойдемте в бок. Понятно все. Слушайте. Какая ж прежешь. Ага, ага, давай, 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 я голосую за. Мне перчаточки. О, вот они тут, да? Уху-ху. Холосом. Замурчать нам. Ну, можно возвращаться. Ну что такое? Опять? Нет, не то. Ну, все, ты долго не проживешь, поэтому. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Музыка, кстати, еще тише, по-моему, играет, чем обычно. Хотя, не, нормально. Так, что-нибудь тут? Так, уже там какие-то небеса, мы куда-то вышли. Вот надо было сзади это сделать, да? Блин, возьми меня нежно, серебряный дракон. Аппарат-тест! Ну что, давай, падай. Мне нравится, что здесь... Стардаст, отлично. С них выпадает денежков много. О, артемисовский стрел. У нас 2 миллиона 425 344 гила. У меня первый раз такое дерьмо. Мне никогда столько денег, по-моему, не было в Final Fantasy. Ну что такое? Я, кстати, ради интереса посмотрела, как финальный бой выглядит вот в этой 3D-шной версии, ну, которая как бы ПК-шная версия Final Fantasy 4. Боже, так эпично, там же еще с озвучкой. Я прям слюной облилась. Просто очень круто выглядит. Прям, ах. Прям зашибисечка. Так, нет, я туда не пойду пока. Че тут? Чем, че тут куда-то? Блин, как все сложно. Ненавижу такие запутанные локации, особенно когда они в финале. Потому что пока дойдешь до босса, уже раз 20 сдохнешь и все потеряешь. И все эти самые. Сколько она сняла? Монстр? Нет, эликсир. Ой.
Ариман, давай ты свалишь в туман. Не надо. Нет. Мы успеем тебя убить. Мы успеем, 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 успеем. Мы сильно. Ей. 666 экспириенса. Ну что, опять? Заколебалистика, однако. 41 со своим думом. Со своим роком. Да твою ж. Какой-то приставочный-то. Вон этого, как его, Майки, или как он там? Ну, зеленый-то из корпорации монстров. О, одно лицо. Только здесь с крыльями. 65 тысяч, я только сейчас заметила. Здесь деньги офигенно набивать. Ну и опыта, в общем-то, тоже. С учетом того, насколько легкий битв. Та-та-та. Здесь, кстати, вот за этим что-то нет. А как туда налево? Ну, видимо, потом. Что-то пугает. А, ну, ладно. Норм. Так, сюда тут есть что-нибудь? Ничего, вот эта дырочка нам туда явно. Монстры на бакс-то? Не. Удивительно. Здесь ничего? Прям вообще-вообще? Конечно. Я все знаю. Все знаю. Все ваши манеры, всю вашу. Так, ладненько. Мы вроде пока идем, вроде как идем даже нормально. Но это все пока. Я тоже Final Fantasy 3 вот так вот шла, нормально все было. А потом... И Monster in the Box. Бегемот, замечательно. Бегемот-то мне не хватало. Давай его шибанем так. С бегемотом шутить не стоит. Йен-то не тот враг. А, на нее же ни хрена не работает. Интересно, получится? Закаменить его. Хрен. О, хорошо снял. 65, 11 тысяч. Ой. Ой, 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 ой. Ой, стар. Где дайте? А чё? А, вот, господи. А, хуже, что ли? Почему? А чё, почему так? А как так? Сила звезд, что, давайте попробуем. Лунная призма! Дай мне силу! Ладно. Так, подлечимся зельями. Здесь тоже. До упора. Вдруг сейчас что-нибудь прилетит нам в лоб. Я ничего не хочу говорить. Пошла вон, туда же. До свидания. Чуть силу звезд я не втянула вообще. Сила звезд какая-то не очень. Сколько? 10, да? 10 тысяч? Ёпта. Так, сома. Так, кому бы, да, кому бы. Давай Риди. Она у нас будет шмалять Бахамутом в финальной битве, поэтому ей пригодится. Слушайте, ну в результате-то все равно, смотрите, на 70-м уровне... Ой, что-то я шикать начала. На 70-м это все апельсина, которая вточила для энергии. На 70-м уровне все-таки сюда как бы всосались. Так, что хотела? Я хотела вылечиться. Так, да что ты, господи, каждый шаг ты меня атакуешь-то, господи, не вздохнуть, не пернуть, тогда я... До свидания, мне. Слушайте, левелапчики прям пошли, хорошо. Чё туточки? А, господи, мы же отсюда пришли. Пока билась, уже забыла, куда, чё, откуда. Так, мы где-то в Жюпе. Подожди. Никак, нет, жалко.
Ой, а я помню что-то эти локации, я начинаю вспоминать их. Конеть. Ух ты, японские городовые. Алёва! Алёва, где ты? А, офигеть, у вас урон, товарищи. Ох, как нам сейчас прилетит. Нет. Давайте вызовем... Нет, давайте Бахамута оставим на финальную битву, там посмотрим. Ха-ха. Так, лови стрелу в голову. Давай, Лёва! Нифига не передох еще. А, ну вот. Мачите, козла. 105 000! О, кристальный щит. Ой, это очень хорошо. Это прям очень хорошо. Видите, насколько это хорошо? На один пункт. Ну, вообще, кристальный щит, это действительно хорошо. Так, что у нас там? Лечиться есть смысл? Ну, в принципе, пока нет. Ладно, раз дают кристальный щит, значит, дадут и броню. Это я такая оптимистка. Типа... Давай кристальный бронь. О, кстати, защитный колец в нос. Вот. Замечательно, нас сейчас снабдят всем необходимым. Забавно, раньше не показывали, да, как мы ходим за этими штучками. Так, нам тут как бы туда, но здесь наверняка что-то есть. Конечно же. О, боже, ты. Токни ты. Давай уж. Слышь. Я же говорю, дадють. Дадють броню. Раздают остальное, значит, дадють и броню. У нас, кстати, что там в айтемах? Это сейчас как место возьмет, как закончится, и все, пипец, и приплыли. Надо было побольше зелья купить. Можно, конечно, это... Короче, броня Генджи этого выкинуть. Нифига она нам сейчас. Ну, как не хочется найти. Раритетная все-таки штучка-то. Так, слушайте, мне прям нравится, как мы идем. Хотя меня не очень радует то, что нас бегемот может зашатать. И это как немножко печально. Слушайте, а на секундочку, а какая из всех вот этих вот фигонь лечит проклятие, если ч... Кросс, ага, понятно. Это я помню тогда в бою. Это помните, когда вот этот черепок-то я задавалась вопросом, чё, как, кто лечит это? У меня не было возможности тогда это изучить как следует. Потому что был бой. Причем, помните, мне не самый приятный. О. Роза, ты срочно мне нужна. Как лекарь, желательно. Давай, подлечи Сида. Замечательно. О, перчаточки пошли. Мне что просто отдать? Так, не, пока всех не перебьете. Так, мы все кристальные, и у нас еще экскалибур. Мы вообще офигенны. Замечательно. Блин, только нажала на этот Y долбанный, чтобы подлечиться. Вот на тебе. Ну шатайся, что ли, Господи, все равно умрешь, что ты ломаешься? Когда мы там дойдем тоже до куда-нибудь. Как-то грустняшка. Я чувствую, мы сейчас все, что я не добила в прокачке, мы добьем вот сейчас вот здесь. С учетом того, как нас тут дрючит. Ну-ка. Ну что тут надо? Ну не надо. Ну кто?
А, я вас видела уже. Обоих причем. Слышь. Тиен, ты не фонаришь, что ли? Если кто-то не понимает, зачем я так часто сохраняюсь, играю, может зависнуть. Я не хочу потом просто 100-500 тысяч раз переигрывать одно и то же. Вот. Так, сперва налево, там что-то должно быть просто обвязано. Что тут? Ну, естественно, сперва монстр, а потом все остальное. О чем вообще речь? Это не страшно. Во, шлем. А, шлема не хватало-то, оказывается. А я что-то думал, что мы все собрали уже. Все, теперь мы все кристальные, точно. Замечательно. Вон там кнопень. Нам туды. Как вы меня достали? Падаешь, что ли, а? Господи, даже не верится. Может быть, ну, в этой серии вряд ли, конечно, уже. Иначе она получится, наверное, слишком длинной. Не знаю. В общем, неужели сегодня я пройду Final Fantasy 4? Боже мой. Снова. Как-то прозвучало так. Ну, как сказать. Типа снова. Обычное дело, вообще. Знаете, вот то чувство, когда... Мелочь вообще сущая, абсолютно бредятина. Но прям ты гордишься, то что... Ты что-то возьми, прошел. Ну, конечно, прошел. Кто скажет, то что... вот попробуй это на консоли пройди без автосохранений. Согласна, да. На консоли я не знаю, выдержала бы я или нет. Но просто если бы мне сейчас дали консоль и вот это вот мне руки положили, я бы, наверное, крыша поехала. Вот. А вот в те времена, когда хардкор, это такой хардкор, был нормальной, в общем-то, обыденной вещью, я думаю, так или иначе я бы прошла. Наверное. Не знаю. Ну, когда-нибудь тут очень прошла бы. Прокачаться бы пришлось до 100 уровня, конечно, и потратила бы лет... Много, короче, много лет на то, чтобы пройти, если бы, опять же, у меня была PS1. Но у меня ничего не было. Кроме Дэнди и Сеги. Вот. Так что, знаете, я свое отмучила. Хе, забавно. Я еще не представляю, на самом деле, как вот это вот можно было проходить на консоли. Это пиздец как сложно. Это такой хардкор. А здесь ты иногда с автосохранениями с ума сходишь. То есть тебе не хватает терпения просто тупо прокачаться, потому что это реально очень-очень-очень-очень много времени отнимает. Ну, блин, ну как-то жалко просто банально своего времени и вообще зрение. Поспать охота по ночам, а не дрочить тут, прокачиваться. Ну, консоли они такие. А JRPG так это вообще отдельная история. Японцы, они страшные задроты, что с них взять? Как от них можно было ожидать чего-то другого вообще? Так, я вообще что-то пока трепалась, я забыла откуда и куда. Так, стоп, что-то мне не нравится. Меня вот резко засвербило, знаете. Подожди. Теперь точно. Давайте направо сперва. Чё тут? Сюрикешка. Ну, не-не, давайте свалим. Хотя нет, ладно. Поздняк, нас уже ударили. Я такого не прощаю. Падай, что ли? До свидания. Замечательно. Так, сейчас еще один сюрикешечка, да? А, нет, артемисовские стрелы, это очень хорошо. Артемисовские стрелы, они... Найс вообще. Самые-самые. Ну, вы видели, сколько они повышают атаку. Мы с вами дойдем до куда-нибудь сегодня вообще, не?
Я вот, кстати, так чисто на моей памяти, я вот не помню, было ли мне так же легко вот здесь, когда я играла в первый раз, то есть так же легко ходить. Вот не помню. Но, наверное, все-таки было посложнее, поэтому будем считать, что это хороший знак. Блин, жалко, не видно, куда идти, налево или направо. Так, чё-то какой-то мутный чувак, откуда ты взялся вообще? Ты летаешь еще так. Ой, хорошо. Так, ну вот, мы напоролись на то, что в чем-то. Так, сейчас, давайте тогда эту броню Генджи этого выкинем. А, жаль, конечно, пипец, или гипнок... Блин, я не знаю. Чё-нибудь прям вот вообще не нужно. Сюрикен можно, в принципе, выкинуть. Но Сэджа с собой все равно нет. Подожди-ка. Вот. Не зря не выкинули. Сейчас быстренько проверим, чтобы это самое... Случайно что-нибудь не выкинуть полезное. Тра-та-та-та. Вот. Замечательно. Так, здесь ничего. Давайте, знаете как? Через... Эх, жаль. Ладно, тогда я думаю... Эх, сейчас что-нибудь вот вообще-вообще не нужно. Белый этот. Стардаст мне неохота. Что-то как-то... Ну, вот эту давайте, ладно. Мифриловый ножик туда же. Ну, вроде место так что-то вырисовалось. Так, давайте через оптимайз попробуем. Ой. Здесь по стандарту. А что было? А, ну да, я же забыла поменять. Здесь ничего лучше того, что у нас есть, не будет. Здесь артемисовские по стандарту ставятся. Но мы пока что их не будем ставить. Артемисовские мы поставим на боссе. Да. 43 часа, заметьте, время игры. И у нас 3 миллиона с половиной. Даже чуточку побольше. И я не подлечилась. Я молодец. Ну ладно, это пообещайте. Я хочу замочить их пафосно, можно? Хотя ладно, не надо расточительствовать. Торнадо, о господи. Пугало. Йен-то очень хорошо. Главное, чтобы на кого-нибудь можно было надеть. Я думаю, можно. Да. Замурчательно. Подлечились. Блин, действительно, тебе никаких зелий не хватит. Проглот. Ну что так? Чё ты со спины подходишь? Ты видишь, занята. Не сказала, не занята? Не важно. Я упорота, мне можно чего угодно говорить в этой серии. И в следующей. Где уже, господи, когда выход отсюда? А, сейчас. По-моему, это была плохая идея. Я думала, там какой-нибудь, знаете, на каком-нибудь пятачочке будет Йен тот самый. Ну чё, муданчик? Вот это, кстати... Да иди ты в сад-то, господи! Я с людьми разговариваю, а ты меня тут прерываешь. Умри, пожалуйста. Спасибо. Так, вот это вот, да, это финальное. Я уже даже помню эти места, офигеть. Чё-то помню еще. Ой, нет, слушай, я все понимаю, конечно, но давай отвали. 5000 потеряно. Ой, какая досада вообще. Страшно. Так, подожди.
Что-то я не очень понимаю, как это... Короче, я не знаю, как это перевести. Я сейчас не соображаю. Давай сами. Ой, напугали. Идиоты. Посмотри на них. Вот это было неприятненько. Короче, я так понимаю, мы сейчас ленточку здесь получим. От этих лунозавров. Спасибо. Это две ленточки. Раз ленточка. Замечательно. Ленточки защищают от всех отрицательных статусов. От всех отрицательных статусов. Вот прям от всех. От яда, от сна, от всего. Чисто на всякий случай. Это мера предосторожности. Вдруг сейчас что-нибудь страшное будет. Ну давай следующий пола. О, что это такое? Ах, святое копье. О. Чумной ужас. Надо же так было обозвать тебе. На всех печалька. Надо бахама-баба-бахаму-то вызвать. Если мы ее, конечно, не завалим так. А, баба-бахамут. Да, ладно. Сад бахамута. Святое копье. И у нас нет Каина. О, печалька, конечно. Я хотела, кстати, взять Каина, на самом деле. Я меняла между Сидом и Каином, никак не могла выбрать. Решила все-таки остановиться на Сиде. Видимо, зря. Где копье-то мое? Вот оно. Копье. Черт. Мне интересно, будет еще возможность поменять членов партии? Ну, так, ради любопытства, знаете, типа, подготовься там, прежде чем идти. А, угу. Угу. Давайте. Я согласна. Тра-тра. Давайте здесь как раз остановимся. Идеальное, по-моему, место. В следующей серии, в общем-то, продолжим пробираться. Нам осталось совсем чуть-чуть на моей памяти. Могу ошибаться, неважно. Перевод хромает на обе ноги и хвост, поэтому, как бы, не обессудь. Я, правда, вообще никакая. Я, как вы видите, вообще не в кондишн абсолютно. Я просто уже хочу пройти. А, вот. Тем не менее, надеюсь, что вам эта серия понравилась. Мы так вот спокойненько, аккуратненько пробирались, так вообще ни ус ни дую, но босс потом нас натянет, так или иначе, хоть немного, но натянет обязательно. Но скорее много, чем немного. Ну да ладно, это мы узнаем, я думаю, может быть, даже в следующей серии. А, если эта серия вам понравилась, вы знаете, что делать, опять же. И до встречи в следующей. С вами была Севен, всем удачи и пока.